Богатство земли самарской. В модельной центральной городской детской библиотеке прошел фестиваль национальных литератур. Россия, честь и славушка легла, честь и славушка легла, да про молодого казака, про молодого казака, честь закон приступил, честь закон приступил, да себе город. На земле существует более 7000 различных языков, и все они признаются равными. Язык – живое наследие каждого народа. В нашей области проживают представители 157 национальностей и 14 этнических групп. У каждого народа своя неповторимая история, обычаи, традиции, культура. Задача фестиваля – показать это богатство. Мы его реализуем совместно с национальными центрами Самары и Самарской области при поддержке администрации городского округа Самары. Конечно, не случайно, что выбрана именно эта площадка, наша модельная модернизированная библиотека, открытая по национальному проекту культуры. В основу концепции нашей библиотеки как раз положена красота Самарской Луки, тема краеведения, патриотизма и воспитания любви к родному краю – это наша основная теперь тема. Самая крепкая дружба и понимание между людьми, как известно, закладываются в детстве. В фестивале участвуют ребята дошкольного и младшего школьного возраста. Первым в рамках данного проекта стал фестиваль национальных литератур на языке дружбы народов, посвященный Международному дню родного языка. Фестивальная программа состоялась при поддержке администрации городского округа Самара. В администрации городского округа Самара действует план в рамках исполнения стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Соисполнителями этого плана являются разные департаменты администрации городского округа, в том числе департамент культуры, который и взаимодействует с библиотеками, деятельность которого связана с тем, чтобы нести культуру народу. Наш департамент, департамент общественных и внешних связей, взаимодействует с национально-культурными центрами. Людей разных национальностей, проживающих в России, объединяет русский язык Пушкина, Толстого. Сегодня здесь, на одной сцене, в рамках фестиваля, соберутся представители русского, армянского, белорусского, немецкого, казахского, еврейского центров, с тем, чтобы рассказать о своей культуре, о своем языке. Не случайно при этом название фестиваля на языке дружбы народов. Поэтому сегодня здесь, в стенах библиотеки, в стенах, где хранятся знания, где хранится культура, каждый из этносов, населяющих наш город, представит частицу своей культуры через свой язык. Ансамбль очарования воскресной школы «Родный кут» Самарской областной общественной организации «Русско-белорусское братство-2000» оправдывает свое название и буквально с первых аккордов очаровывает зрителей и участников. Хотя сказка «Про что кукует Зозуля» звучит на белорусском языке, ее понимают все. Было это давным-давно, сказала Зозуля, свою семью имела. Жила одна зязюля с детьми. Первое упоминание о немецком народе в России появилось еще в IX веке. Его представители поселялись в русских городах как торговцы, ремесленники. Многие из них сыграли огромную роль в развитии Самарской губернии. Сейчас в нашей области проживает около 7000 немцев. Мы российские немцы в первую очередь, и немецкий язык – это, конечно, для нас язык родной, хотя у российских немцев ситуация очень сложная, поскольку немецкий как родной язык практически утрачен, по крайней мере, в больших городах, где немцы проживают дисперсно. Это одна из самых больших проблем для нашего народа, поэтому мы прилагаем огромное количество усилий для того, чтобы свой язык сохранить, поддержать, для того, чтобы наши дети его изучали. В 2021 году Центр немецкой культуры «Надежда» отмечает 30-летие образования в нашей губернии. Поэтому сохранение и развитие немецкой культуры, языка и традиций имеет очень большую ценность.
Практически все эти годы у нас работает воскресная школа, где ребята разных возрастов изучают язык. И, конечно, мы пользуемся любой возможностью, чтобы вывести ребят, чтобы показать нашу культуру и наш язык. И особенно интересны мероприятия детской вот такого формата, когда дети разных народов видят друг друга, видят национальные костюмы, слышат, что дети говорят на своих родных языках, что они знают свои народные песни. Это очень важно. Это детей мотивирует, это показывает, что это важно для всех народов. И значит, мы делаем правильное дело. Казахская национальная воскресная школа «Акбулак» Самарской региональной общественной организации «Центр культуры казахи Самары» подготовили для всех участников фестиваля концертную программу на родном языке. История кочевого народа, его традиции, обычаи передаются из поколения в поколение. Для каждого народа родной язык – это богатство народа. Это самое необходимое, что должен знать каждый человек, относящий себя к своему народу. Например, у нас казахская воскресная школа «Акбулак». Мы изучаем родной язык казахский, культуру казахского народа. И для нас вот такое вот мероприятие очень интересное. Это обмен опытом, это взаимодействие с библиотечными фондами. И это очень нужно, это интересно. И такие проекты, я считаю, они нужны, необходимы детям, чтобы показать им именно книжный фонд, показать им, какие интересные книги, литературу, потому что сейчас в наше время компьютерных технологий дети ушли как раз вот в гаджеты, и именно им показать вот эту популярность именно книг, чтение книг. Также в выставочном зале библиотеки можно было познакомиться и с литературой на казахском языке. Тем более, что особенности казахского языка неповторимы и несравнимы ни с одним из других национальных языков. В казахском языке, например, в русском языке 33 буквы, а в казахском 42. То есть есть еще 9 специфических звуков. Казахский язык относится к тюркской группе, в кипчакской группе тюркских народов. И в казахском языке нету родов. Например, люди, которые переезжают из Казахстана, которые изучают русский язык, у них вот из-за того, что нету родов, бывают такие вот моменты, когда они говорят, мужчина говорит, например, я пошла в магазин или там что-то такое. Потому что в казахском языке нету родов. Вот там певец, певица идет энше, вот как в одном слове. Вот такие вот моменты есть. На сцене звучали казахские песни «Светлый родник», «Мой ягненок». А совсем маленькие девочки трогательно исполнили «Танец птички». Замечательные номера представили ребята из общественной организации «Городская еврейская национальная культурная автономия Тарбут-Лаам». На идиш прозвучало стихотворение «Скрипочка», а на иврите – «Прогулка». Также была представлена на зрительский суд концертная программа на родном языке с показом коллекции еврейской детской моды. На фестивале дети узнали много нового и интересного о культуре других народов, слушали мелодии разных языков, демонстрировали свои неповторимые таланты. Этому способствовало и само пространство библиотеки, обновленное в 2019 году. Не случайно, что выбрана именно эта площадка. Наша модельная, модернизированная библиотека, открытая по национальному проекту культуры. В основу концепции нашей библиотеки как раз положена красота Самарской Луки, тема краеведения, патриотизма и воспитания любви к родному краю – это наша основная теперь тема. Ее дизайн представляет Самарский край. Здесь, к примеру, Молодецкий курган, где собрана вся необходимая старшеклассникам литература по теме и художественная, и научная. Познакомить как можно больше людей с нашей модельной обновленной библиотекой, потому что здесь представлены очень много новых информационных материалов. Доступ к национальной электронной библиотеке, к электронной библиотеке Литрес, к президентской библиотеке. И поэтому, возможно, они пришли показать себя, свое творчество, а здесь найдут новых друзей, новую информацию на разных носителях. Поэтому нам есть чем удивлять. VR-очки посмотрят, а туда мы можем закачать любую программу в рамках школьной программы. И поэтому ребятам, конечно, будет интересно в нашей библиотеке. Есть Бахилова поляна, Золотая пещера, остров Зелененький и другие знаковые места. У каждого участка свое предназначение. Читатель найдет здесь книги как в бумажном, так и в электронном виде. Также литературу на языках разных народов.
Библиотека – это прежде всего книги. И вот сегодня фестиваль национальной литературы. И у нас представлены шикарные выставки на языках народов Поволжья. Мы можем их посмотреть, которые расположены в новом пространстве, называемом «Молодецкий курган». И литература и дальше будет сопровождать все наши праздники. Всегда это концерты, всегда это игры, всегда это привязка к языку, к национальной культуре. Здесь хочется вспомнить слова Айтматова «Бессмертие народа в его языке», поэтому где как ни в библиотеке проводить такие мероприятия. В Самарской области бок о бок живут представители многих народов. Знакомство детей с многообразием культурных традиций, национальных языков и литературы является важной составляющей национально-культурной политики Самары. Это и укрепление дружбы народов, поддержка идей единства и межэтнического согласия, сохранение и развитие национальных культур. Логичным продолжением стала и литературно-музыкальная композиция «Мужество, доблесть и слава остаются в веках». Праздник прошел в рамках стартовавшего проекта «Богатство земли Самарской». Оно направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование уважительного отношения к отечественной истории. Организаторами проекта выступила администрация городского округа Самара. Здесь очень интересная атмосфера. Ведь атмосфера библиотеки, модельной библиотеки, очень сильно отличается от библиотеки традиционной, которую привыкли видеть представители старшего поколения. Оказавшись здесь, в этих гостеприимных стенах, представители молодого поколения, ребята разных национальностей, разных национально-культурных центров погружаются в атмосферу культуры. Культуры современной России, которая развивается динамично, которая многогранна, многомерна. Участники Самарский казачий кадетский корпус, Украинская воскресная школа «Свиточ» и Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Белоруссии «Русско-белорусское братство 2000». Со сцены прозвучали стихи и песни, юные артисты исполнили народные танцы. Самобытными белорусскими традициями и обычаями можно было ознакомиться на выставочном стенде. Гости и участники с интересом знакомились с творчеством белорусских писателей и поэтов, предметами декоративно-прикладного творчества, белорусскими печатными изданиями. Многое узнали и о белорусском языке. Белорусский язык очень близок, это же славянский язык, он очень близок к русскому языку, и многие слова даже схожи. Русский, белорусский и украинский. Они немножечко отличаются. У нас больше певучий язык белорусский. Поэтому мягкость произношения. Вот. Я думаю, все детки, которые нас изучают, не только стихи, читают сказки, но и поют песни, им близок язык и довольно-таки легко запоминается, потому что схожи многие слова. Матуля, мама. У нас есть воскресная школа при нашем русско-белорусском братстве. Занятия проводятся раз в неделю по воскресеньям. Приглашаем всех желающих. Когда в юном возрасте они знакомятся с культурой, с языком, с традициями других наций, то это очень приятно, потому что они будут более дружелюбными и, соответственно, будут в процессе жизненного общения уже друг к другу более дружески относиться. Выступили фольклорный ансамбль «Ажина», хореографический ансамбль «Ровесник», вокальный ансамбль «Каданс», образцовый детский вокальный коллектив «Очарование». Завершающим аккордом программы стало выступление духового оркестра Самарского казачьего кадетского корпуса, который исполнил знаменитый марш «Прощание славянки». Важно и нужно показывать детям культуру народа через его язык. Заинтересовать наше молодое поколение, детей дошкольного и младшего школьного возраста, и привлечь их в библиотеки. Например, в этой модели есть широкие возможности для того, чтобы объяснить ребенку, что такое культура слова, показать роль литературы в жизни каждого этноса. Представители наших национальных центров сделали свои выставки из той литературы, которая хранится в национальных центрах, которая используется для проведения различного рода национальных и многонациональных мероприятий. Таким образом, мы привнесли частицу тех знаний, того опыта, который накоплен в национально-культурных центрах, в библиотеку, с тем, чтобы обменяться этим опытом и, объединив эти знания, пойти дальше.